Любишь ты черноплодку, да? Любишь черноплодную рябину. Аккуратно губами обрывает по ягодке. Ну что, медведь надо? Черноплодку. Веточки мы не едим, а ягодки все аккуратно съедим. Гранату-то будешь? Или гранату неохота? На пенечке гранату. Ну давай, на пенечке. На земле, а ты вон у тебя в песке вся будет мазь. Как гранаты нынче? Ну, можно, да. Помидоры лучше.